Чему была посвящена ваша секция и какие вопросы на ней рассматривались? Рассматривалось инновационные технологии и порядок работы с фондами. Какие вам задавались вопросы и вообще успели ли вы ответить на все вопросы? Все ли было рассмотрено в ходе секции? В ходе секции, на мой взгляд, были отвечены на все вопросы. Мало того, в индивидуальном порядке были, кто захотел, получили все необходимые координаты, получили ответы на все вопросы. Ну а основные вопросы были порядок оформления материалов для Сколково, кто входит в состав научного совета Сколково, значит, ну и все вопросы были в той или иной степени связаны были с Сколково. Но, к сожалению, члены учреждения Сколково, которые были приглашены, они не смогли принять участие, поэтому я пытался, значит, отвечать за них. Но договорились, что все материалы, которые будут присланы в журнал, мы их соответствующим членам учреждения Сколково переадресуем и, значит, обеспечим работу членов учреждения Сколково, участников. Можно ли дать какую-нибудь оценку аудитории? Ну, аудитория была очень заинтересована. Значит, было достаточно большое количество вопросов. Ну и видно, что тематика интересная для участников. Какие-нибудь пожелания организаторам? Молодцы.